Так, вот сейчас покажу наш номер, который забронировали. Тут, значит, по два полотенца каждому гостю. Есть шампуни, гели, есть фен, мыло. Это у нас такая вот душевая. Ну, вода есть, слава богу, все нормально. Дальше. Кулер в коридоре, сейчас посмотрим. Вот тут у нас кулер с водой горячий. Гладилка. Все вот так вот. Выключит Wi-Fi. Так, вот тут у нас две кровати, двухместный номер. Вот дали вот такое. Шкаф. Пледы есть. Не как в прошлый раз будем мерзнуть. В этот раз нормально. Кстати, стульчик, стол, диван, холодильник. Лучше бы диван они перенесли бы на балкон. Тут у нас вот даже... Ой, открывашка есть в номере. Вечно бегаешь по соседям, ее ищешь. Телевизор. Даже есть часы. И балкончик. Сейчас посмотрим балкон еще. Вот. У нас выход прям... Короче, это почти в центре. Вот так вот. Второй этаж. Я, конечно, в чистых носках хожу. Ну, ладно. Вот. Тут буквально в 5 минутах парк. Тут же внизу винодельня. Тут же вот столовая у нас есть. На балкончик неплохо было бы, если бы они поставили, наверное, какие-то креслица, столик. Кальянчик мы не взяли с собой. Можно было бы покурить. Было бы интересно. Вот. Короче, как-то так. Так. Я выйду отсюда. Нормально. Все тут у нас. Кровати. Кондиционер. Симпатичненько. Номер вот этот стоит 1800 в сутки. Мы взяли на двое суток. Вот. Надо холодильник, наверное, включить. Короче, добирались мы 4. Он включен. Набирались мы 4 часа больше. Мы в 15:30 выехали, и почти в 8 мы приехали. Мы ехали очень долго с Краснодара до Анапы, не понравилось. Постояли в пробках в нескольких местах. Вот такой себе. Кстати, вот игры взяли настольные с собой. А, вот тут еще у них есть, сразу же, кому интересно, сауна. Это все, по-моему, до 5 человек 2000 посещения. Нужно забронировать отдельно. А ну, в принципе, все мы можем посмотреть, что тут есть. Вот, если соберете сюда заезжать, вот так вот это все выглядит. Курение запрещено, на балконе, наверное, разрешено. Вот, хотите посмотреть. Мы бронировали на посуточно.ру, по-моему, сайт на нем. Там тут мне еще вот пароль написано. Там еще кэшбэк мне предложили. Не знаю, посмотрим, вернется ли он после оплаты кэшбэк или нет. Вот, ну тут, кстати, картой нам не дали оплатить, только наличными. Либо переводом, что, наверное, минус. Но говорю, как есть. Я от вас ничего не скрываю. Душечки нормальные. В общем, как-то так, такой вот номер. Ну, не с тараканами вроде, нормальный. Так что, нормально. Вот, пойдем гулять, сниму вам, где будем кушать. И планировали съездить еще на какую-то из виноделин. Здесь их много. Хотим съездить на какую-то с дегустацией.